Ну чё, как это называется у креатива Сеймплей, да, у Сереги креатива, типа посылка с того света, да? В общем, мне крабовцы перед Новым годом отправили посылочку, только сейчас зашла, ну естественно, это же наша почта России, тем более видеть, откуда она пришла. Ну что ж, давайте посмотрим, что же там внутри, и, естественно, надо по футбольному такую музычку врубить, да, когда там открытие паков или перед голом, так что давайте. Спасибо большое Крабовсон за такой офигительный просто подгончик. На самом деле классно, от души. Спасибо вам. Вообще классно, охренительно. Будет что пить мне во время стримов, да, когда я стримлю или что-нибудь записываю, заместо вот этой вот уже, которая надоела мне, да, которую вы уже раз 50, наверное, видели, если не больше, да, во время стримов, как я из нее кофеечек пью. Вот буду теперь вот из такой вот офигенной кружечки фигачить. Чаечек, кофеечек. Блин, как показать-то? Вот. Спасибо вам большое. Вообще классный подгончик от души. Красавчики вообще, спасибо вам. Ну вот и все. Вот такая вот мини-посылочка, да. Все, всем пока.